Всем привет! Сегодня мы будем спиливать дерево, которое находится между двумя домами. И есть вероятность, что оно может упасть на один из домов. Поэтому я сегодня хочу вам показать, как нужно дома, в домашних условиях, без привлечения помощи специалистов, грамотно и правильно спилить достаточно высокое дерево. Вообще мы будем удалять все эти 5 деревьев, будем убирать их от домов. И специалисты просят достаточно большую сумму денег для того, чтобы убрать их. Но мы попробуем сделать это сами, и это нам ничего не будет стоить, кроме нескольких часов работы и хорошего настроения. Дерево в объеме сантиметров 40, довольно-таки старая сосна, лет 20 ей, наверное, и растет она очень неудобно. Со всех сторон дома, машины, улицы, и поэтому оптимальным условием будет ее убрать, чтобы лет через 20 она сама не упала от ветра или урагана. Вообще, это старая мода сажать деревья в черте города и дать вам возможность вырасти до таких размеров, что потом это становится опасным просто как для здоровья, так и для ландшафта, который в принципе портится вот такими вот мощными и, скажем, никому не нужными деревьями. Для того, чтобы спилить это дерево, нам нужна пила, веревка и лестница. И все. И 10 минут работы. И через 10 минут это дерево будет лежать на дороге. Что я вам покажу. Вот эта дорога, на которой будет лежать дерево, и для того, чтобы никто не пострадал, нам нужно будет на несколько минут перекрыть движение по ней. Итак, вот она пила, для того, чтобы спилить это дерево. Веревка с петлей, лестница и дерево. Но веревка не для того, чтобы повешать на сук и повешаться, а для того, чтобы потом грамотно и быстро завалить это дерево. Итак, мы закрепили веревку на дереве, посередине дерева. И сейчас мы сделаем надпил и просто завалим это дерево в нужное нам направление. Оно должно упасть по направлению веревки вот сюда, на эту дорогу. Мы приготовили еще один сучкорез для того, чтобы когда дерево упадет на дорогу, мы могли быстро, оперативно освободить ее для транспорта. Поэтому мы двумя пилами сделаем эту работу еще быстрее. Но основной ствол, чтобы... нам нужна вот эта пила. Итак, мы делаем надпил по направлению. Yeah.
так. Клинообразный напил. Итак, вот она, минутная работа. И дерево лежит уже на дороге. Сейчас при помощи двух пил мы в течение нескольких минут пилим это дерево на несколько маленьких кусочков. И все. И многолетнее дерево в течение... Через несколько минут дерево превратилось уже в груду напиленных веток. Дорога свободна уже для транспорта. Можно проехать. Ну, и вот так мы обошлись практически в пару рублей работы.